Государственная социальная поддержка в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка – это очень хорошее подспорье для тех семей, у кого нет возможности подготовить ребенка к школе. Но все равно после мониторинга общественного совета при МВД выявили, что эта сумма не так достаточна для оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В первую очередь многодетным семьям и детям ограниченными возможностями. Сложное материальное положение не позволило данной категории семей ограничиться федеральным пособием, а некоторые не смогли воспользоваться помощью государства из-за отсутствия регистрации. С учетом этого сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесии был составлен список нуждающихся. Родители с детьми посетили магазины, где первоклассникам приобрели одежду, обувь, канцелярские принадлежности за счет средств партнеров акции. Отдельным семьям, исходя из нужд, была оказана помощь путем приобретения дорогостоящих лекарств и ортопедической обуви. Мы благодарны вот сотрудникам полиции, благодарны тем людям, которые выступили инициатором этой акции, потому что мы чувствуем себя нужными, мы чувствуем себя полезными тем деткам, которые в силу тех или иных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации, тем семьям, которым необходима помощь вот в наше сегодняшнее трудное время. Партнерами акции выступили многие организации и предприятия республики. Дети и родители выразили им благодарность за внимание и заботу. Проводятся рейды, в том числе межведомственные, по проверке состоящих на учете несовершеннолетних, родителей, имеющих детей школьного возраста, на предмет их готовности к началу нового учебного года. Оказывается, в пределах компетенции нуждающимся семьям консультативная помощь. Кроме благотворительной составляющей, в рамках акции сотрудники полиции проводят большую работу, направленную на принятие всех мер, чтобы все дети Карачаева-Черкесии имели возможность получить образование. Также проводятся сверки на предмет установления учащихся, выбывших из школ и не приступивших к обучению по новому месту учебы. При выявлении обстоятельств, препятствующих обучению детей, информация будет направлена в компетентные органы для принятия решения. Карча Биджиев, Вести Карачаево-Черкесия при содействии МВД по Карачаево-Черкесии.